Уважаемые казахстанцы, 17 марта мы, инициативная группа партии «Алга Казахстан», подаем уведомление на регистрацию нашей партии уже в 12 раз. Поэтому я приглашаю всех наших сторонников партии прийти и поддержать Министерство юстиции Казахстана, которое находится в городе Акмала по адресу Мангликель 8, 13 подъезд, а в других городах нашей страны прийти к областным департаментам юстиции и снять видео-челлендж «Без тюрьмы мы живые». Вы все знаете, что эта власть 19 марта проводит очередной спектакль под названием «Выборы». Наша партия выдвинула своих кандидатов, но эти мошенники уже успели снять с выборов меня и Марата Жаламбаева, наложив штраф и предъявив необоснованные обвинения. Но а двум нашим оставшимся кандидатам, Бибигуль Имангалиевой и Миржану Доскараеву, устраивают различные препятствия и беззакония и попирают их права. Поэтому, так как в страну в эти дни 17-18 марта прибудут представители ООН, а также представители МИД Великобритании, мы планируем прийти к зданию Евросоюза и в 13.30 до 14.30 провести акцию со следующими требованиями. Первое. Зарегистрировать оппозиционную партию «Алга Казахстан». Второе. Отменить нелегитимные выборы. Третье. Освободить всех политических заключенных. Четвертое. Международное расследование январских кровавых расстрелов и пыток. Пятое. Вторичные санкции режиму Казахстана за помощь Путину. В связи с этим призываем всех своих сторонников активно поддержать нас в этот день. Активное гражданское общество – это залог нашего успеха. Алга Казахстан.